Затаив дыхание, зритель слушает композицию «Ангел мой». В одном из санаториев Ялты проходит благотворительный концерт в поддержку детей, пострадавших ДТП. Это важно проводить такие мероприятия, чтобы дети знали правила дорожного движения и не попадали в ДТП. Организатор концерта – фонд имени Наташи Едыкиной. Он существует уже 9 лет по всей России, но в Крыму работают впервые. Оксана основала проект, когда в результате ДТП погибла ее младшая сестра Наташа Едыкина. Фонд открывался в память о Наташе. Наташа ушла из жизни в 7-летнем возрасте, попав в ДТП. Очень долго врачи боролись за ее жизнь. Сейчас проект работает не только в поддержку пострадавших детей. Благотворительный фонд спасает десятки жизней по всей стране. На концерте также подвели итоги конкурса рисунков со светофоровой наукой по дорогам детства. Во всероссийском конкурсе крымчане также проявили активность. Участвовало по Крыму у нас более 500 участников. Конкурс рисунков у нас проходит в рамках большого всероссийского проекта со светофоровой наукой по добрым дорогам детства. В своих рисунках 9-летняя Каролина Стяк показала, как правильно переходить дорогу на примере персонажей из мультфильма. Я запросила, как там... Бабочки переходят через переход и светят зеленый свет, а машины остановились. Победители конкурса рисунков наградили почетными грамотами и сладкими призами. На концерте собрали небольшую сумму, порядка 10 тысяч рублей. Вырученные деньги пойдут на лечение подопечных фонда. Эльмаз Аблакимова, Аким Бекиров, телеканал «Миллет».